Если уж и летать куда-нибудь, то только частным самолетом. Никто не галдит, не задает лишних вопросов. Я вообще не люблю, когда от меня ждут ответов. Вы, наверное, решите, что я рехнулся. Так многие считают. Но нам нужно сосредоточить все операции в одном месте. Я выбрал именно это. Ну, не сам выбрал, конечно, но поучаствовал в процессе. Точнее, меня уведомили. В горной системе Апалачи люди издавна пропадают без вести. Кто-то сам, кому-то помогают, но в итоге их так и не находят. А динозаврам что мешает исчезнуть? Надо лишь поднапрячься. Одному заплатим, другому пригрозим. И вот, пожалуйста, у Департамента охраны природы в наличии новая база. Только надо понимать, что в этих горах уже 65 миллионов лет динозавры не водятся, и нужно побыстрее для них все подготовить. Что ж, начало положено. Но только этим одним динозавры сыты не будут. Нужно, чтобы тут все заработало. Оуэнс Клэр уже на месте, они расскажут вам подробности. Руководить вашей операцией будет доктор Дуа, а я постараюсь умерить свои ожидания и держаться от хищников на расстоянии вытянутой руки. Хотя, нет, пожалуй, буду держаться чутка подальше. Без помощников тут будет сложновато. Мистер Ламберт. В полной боевой готовности. Жду ваших указаний. Джордж Ламберт — опытный рейнджер. Он работал с нами на островах, а сейчас служит в департаменте. Они с Оуэном займутся динозаврами, а мы подготовимся к их приезду. К вам едет некоторое количество особей, которых отловили ранее. Подготовьтесь. Задержки недопустимы. Поняла. Первым делом мы построим для этих динозавров загоны. Мы ловим, а вы не даете сбежать. Актива. У нас новые особи. Им нужна еда и загоны. Кстати, советую приглядывать за этими динозаврами, пока они не привыкнут к жизни в загоне. Ламберт прав. Они уже почуяли вкус свободы. Вряд ли им понравится в плену. Не будем делать поспешных выводов. Сосредоточимся на деталях. Хорошо. И знаете, динозавры всегда учатся новому, как и мы. Помните об этом, когда будете строить для них дом. Безопасность тут прежде всего. И для них, и для нас. Постройте надежный загон и отвезите туда динозавров. Док, я все правильно говорю? Абсолютно. Выполнена.
начата транспортировка. Ребята из лаборатории требуют обеспечить динозаврам комфорт, так что вперед. Скажу честно, вот бы кто мне в этом парке комфорт обеспечил. Доктор Дуа и Финч требуют собрать больше динозавров. Видимо, на них давят сверху. Откройте карту экспедиций и отправьте команду удаленного отлова в подходящее место. А я со своей стороны сделаю, что смогу. Итак, начнем с хороших новостей. Наши команды удаленного отлова работают как следует. То есть в центр управления постоянно привозят новых динозавров. Я доволен. Как по мне, так мы избегаем их бесконтрольного взаимодействия с обычными людьми. А это самое, что ни на есть, победа. А теперь о плохом. Получать я такие новости не люблю, но приносить — другое дело. Все привезенные особи поражены неизвестной болезнью, и разобраться с ней нужно в срочном порядке. Когда я говорю «в срочном порядке», значит, надо поспешить. Доктор Дуа? Мы немедленно вышли в мобильную ветеринарную службу. Она проведет медосмотр и поставит диагноз. Это хорошо. Начнем. Перевозка актива.
видно. Понять кое-что важное. Мы с Оуэном занялись этим проектом, потому что желаем динозаврам самого лучшего. Мы не хотим, чтобы их эксплуатировали, проводили с ними опыты и вообще подвергали опасности. Они заслуживают лучшей жизни, как все животные на планете. А может и большего? Ведь невероятное чудо науки подарило им второй шанс. Займитесь исследованием. Найдите и примените лекарства, иначе динозавры снова погибнут. А этого я не допущу. Так и знайте. Доктор Дуа, это Ламберт. Мне сообщили о вашем желании, чтобы мы отлавливали больше особей. Это так? Да, все верно. Нам надо расширяться, а для этого нужно больше животных. Пришла пора испытать наши системы на прочность. То есть убедиться, что мы справимся и с исследованиями, и с операциями. Вас понял. Мои люди ждут ваших указаний. На воле еще разгуливают динозавры, так что целей хватает. Не целей, а активов. И да, отныне их поимка станет нашей постоянной задачей. Thank you.
ввожу актив. Транспортировка. Попадание.
забрать актив. Идет транспортировка актива. Актив доставлен. Необходимо забрать актив. Читай перевозка актива. Доставку актива. Thank you.
Перевозка актива. Актив перевезен. Доставка актива подтверждена. Надо встретить эту стихию во всеоружии. И еще. Хотелось бы обойтись без торнадо из ящеров. А значит, надо как следует запереть динозавров.
сейчас найти укрытие и не покидать его до окончания бури. Внимание! В качестве меры señores, como medida de precaución y por su seguridad, diríjanse al refugio más cercano. Thank you.
перевозка завершена. Неплохо, неплохо. Прогресс налицо. Но работа здесь всегда найдется. По крайней мере, для вас. Вот, кстати, и новая задача. Вот к чему мы стремились на Исла Нублар. Хотели дать динозаврам дом, где они могли бы благополучно жить. И жили бы, если бы не вулкан. Вот именно, что если бы. Мы здесь многого достигли, мы молодцы. Но? Что но? По голосу слышу, что есть но. Ну, да, есть. Я просто не могу понять, чего хочет Дуа. Якобы хочет спасти будущее, контролируя прошлое. Но мне в это не верится. Да, Ламберт говорил, что некоторых особей везут на какую-то скрытую базу. Он точно не знает, кто там принимает доставку, но точно не департамент охраны природы. Кто-то еще? И нас с тобой не приглашали.